Заходим. Анастасия Владимировна, я так рада, что мы все-таки с вами познакомились. И у меня есть возможность пообщаться с доктором-гинекологом, который так просто и доступным языком говорит на стигмированные, закрытые в России темы, такие как, например, венерические заболевания. Спасибо, что пригласили. Да. Вы тоже подписаны на мой инстаграм? Да. Наверное, раньше подписалась, Нежа. А где вы обо мне узнали? Через Юру Хованского. Юра, да. Привет. Где вы сейчас работаете? В какой клинике? Я работаю в клинике Смита. Это метро Технологический институт, город Санкт-Петербург. Я до вас дойду. Я буду вас ждать. Какая у меня проблема, в общем? Почему я обратилась к вам, доктор? Я вообще всю жизнь мечтала открыто и честно так поговорить с современным гинекологом. Я обычно приходила, там либо сидят бабки, знаете, такие, которые говорят, тебе рожать пора в 23 года, рожать пора, либо какие-то закрытые, холодные люди. А мне нужно честно сказать, и в России это сложно честно сказать. Я порноактриса, я 6 лет снимаюсь в порно, и я в группе риска. Поэтому я так часто хожу к врачам. И ситуация была такая, что я раньше вообще никогда не задумывалась о том, мы делали тесты каждый месяц и делали. Я никогда не задумывалась о том, что какая-то действительно опасность может быть в этом бизнесе. А в этом году один из крупнейших порноактеров, Начо Видал, обнаружил у себя ВИЧ-инфекцию. И все в бизнесе очень сильно перепугались. Все стали перепроверяться, стала у меня система тестирования. И я днями, ночами напролет проводила в интернете и гуглила о том, что если у меня это найдут, что со мной будет, когда у меня это найдут и так далее. И в интернете нет точной информации, особенно по поводу венерических заболеваний. Там каждый раз симптоматика какая угодно, инкубационный срок какой угодно. Поэтому я обратилась к вам за точной информацией. Вот сначала я хочу, знаете, что, какой задать вопрос? Где так хорошо учат говорить? Я закончила военно-медицинскую академию 6 лет, это общий личфак, и далее поступила в ординатуру акушер-гинеколог, это центр Алмазова, может быть, вы слышали, в Санкт-Петербурге, он достаточно известный. Ну и после этого это какие-то уже курсы дополнительные и так далее, и тому подобное. А сколько вы уже работаете вообще в этой сфере? Работаю четвертый год уже. Это интересно? Это очень интересно. Да? А почему интересно? Что вы помогаете людям? А почему вы работаете порноактрисой? Потому что я помогаю людям. Я тоже помогаю людям. То есть мы с вами по одной стороне находимся. Вы сегодня мне поможете, доктор? С удовольствием. Вопрос сложный. Вопрос о том, что мы делаем медицинские анализы на венерические инфекции. Вот такие анализы мы делали в 2018 году. На английском, это венгерская клиника Interlab, где сделают себе порноактеры. На какие инфекции мы делаем тесты? ВИЧ, сифилис, гепатит С, хламидия, трихомониаз и гонорея. Вот этого списка достаточно, что я могу сказать, я в порнобезопасности. Вопрос философский, потому что, это неплохо, но... Я бы сказала, этого недостаточно было бы, например, для меня. А что нужно? Есть такие анализы, как фемофлор для женщины, либо биофлор, это, в принципе, плюс-минус одно и то же. Для мужчин это андрофлор, и помимо каких-то супервенерических, вот, которые считаются как гепатит, там, ВИЧ и так далее, плюс еще условно-патогенные флоры, это микоплазма, уреаплазма. То есть есть нюансы, которые могут приводить к некоторым плюс-минус последствиям вскупе, либо по отдельности. Это неплохо, это хорошо, и хорошо, что вы это сдаете ежегодно, не ежегодно, а каждый месяц, правильно? Каждые две недели. Ежегодно это к врачам. Вот, и... Подождите, порноактеры сдают анализы на венерические инфекции чаще, чем врачи? Да, и это очень грустная история, по крайней мере, так в России, я не знаю, как за рубежом.
как и порноактеры, так и врачи, мы тоже работаем с кровью, мы работаем, то есть это повышенная группа риска. Да, мы с вами на одной волне. Мы с вами по одной, да, по одну сторону. Еще раз. Здравствуйте. Да, но вы делаете это чаще, а мы либо это делаем на свое усмотрение, либо это где-то раз в год, раз в полтора, да, то есть по принуждению, как говорится. Вот смотрите, эти тесты поменялись. Теперь после того, как нашли у кого-то ВИЧ, все перепугались, делают другие тесты, более современные. Смотрите, тоже Интерлаб, только 19-й год, HIV делают тесты на ВИЧ, ВИЧ-ПЦР, добавился анализ, также сифилис, добавился гепатит Б, та же хламидия, та же гонорея и мазок из горла. И сразу хочу вот сразу вопросы. Зачем мазок из горла на хламидию и гонорею? Увеличили спектр для того, чтобы не пропустить вероятность, возможность заражения и так далее. Но тут тоже вот вариант ИФА либо ПЦР. Считается, что ИФА – это, да, самый лучший метод исследования, иммуноферментный анализ, там, где ищут антитела. ВИЧ и так далее и тому подобное. Хороший анализ. ПЦР тоже неплохой. Но ПЦР ищет любой генетический материал. Подождите, сначала вот я все еще, я тупенькая, я не поняла, зачем нам мазок из горла? У нас мазок из генитальный, уровагинальный, как правильно, у нас кровь, и тут добавился мазок из горла. Вы хотите сказать, что оральный секс передает гонорею и хламидию? Передают абсолютно все, что только можно передать, не только влагалищным там, способом, только анальным, так и оральным. Все возможно передать. Подождите, вы хотите сказать? Говорю. Что оральный секс опасен? Да. А какие еще болезни, кроме хламидии и гонореи, он передает? Абсолютно все. ВИЧ? ВИЧ, СПИД, гепатит, хламидия, гонорея, маниаз. What? What the fuck? Уреоплазм. Ну, все, абсолютно все. Тот же самый кандиломы, кандиломатоз гортани. Вот эти, условно, бородавки, которые вырастают там, при минете и так далее, кунилингусе, все это может осесть, собственно. А почему оральный? Это же слюна там. Говорят же, что слюна не передает инфекцию. Все, любой секрет, это наоборот среда, на котором все хорошо растет. То есть везде одинаковые слизистые? Абсолютно. Условно, если кончить в глаз. То есть, допустим, если у меня секс, допустим, анально-вагинальный был в презервативе, а минет без презерватива, я могу заразиться? Можете. Просто у меня есть знакомые девочки-проститутки, и они поголовно все, у них есть такая услуга МБР, минет без резины. И там поголовно все делают за доплату или не за доплату, они делают минет без презерватива и, естественно, дают делать кунилингус. То есть они... Но они должны понимать, что они находятся в зоне риска. Прямо русская конкретно. Рулетка, да, получается. Это русская рулетка. Но подождите, они промываются мироместином. Либо что, почему ломаетесь? Ну, типа, мироместин, он же защищает. Ну, это лучше, чем ничего. Мироместин защищает от ВИЧ-инфекции? Нет. На 100% нет. А на сколько процентов? Ну, какой у вас иммунитет, какая дозировка, ну, условно, какой титр, насколько опасен человек, да, то есть он может быть на ретровирусной терапии, и он не сильно контагиозен, а может быть наоборот, что вот он цветет и пахнет, условно, да, всеми инфекциями, то, конечно, ваши, ну, не ваши, да, например, какой-то девочке иммунка низкая, и, конечно, шанс передачи, там, не знаю, 95%, например. А может быть, если человек мужчина на ретровирусной инфекции, на ретровирусной терапии, и имеет секс с девушкой, которой тоже иммунитет хороший, соответственно, риск минимализирован. Но не исключает возможности того, что это может произойти. Это русская рулетка, все тут... Ну, да. Подождите, а кунилингус? То же самое, все, абсолютно. И когда любые варианты, и как если девочки с девочкой, мальчиками с мальчиками, там, потому что кто-то тоже считает, что вот, значит, это самое, нет. Ничего не спасает. А мироместин, хлоргексидин – это синонимы. Просто одни хорошо раскрученные, вторые не очень хорошо раскрученные. То по есть сути, одно и то же. Нужно делать... Презервативе. А кунилингус тогда как? Ну, как? Никак? Никак. А если какие-то латексные салфетки? Типа? Ну, можно презерватив порезать и... А, да. Ну, если уж прям так. Но лучше не надо. Или с проверенным половым партнером. Так, вернемся. Вы вообще сейчас меня шокировали насчет орального секса. Всю жизнь думала, что это вообще абсолютно безопасно. Ну, к сожалению.
Грустненько, грустненько. Давайте вернемся к этим тестам. Что такое ВИЧ-ПЦР и ВИЧ-ИФА? Зачем мне добавили этот анализ? Это метод исследования, и на самом деле, наверное, в этом случае, да, я так понимаю, что поскольку это работа человека, угу. чем лучше, чем больше вариантов исследования, тем снижается риск и лабораторные ошибки, и материала забранного, чтобы либо был ложноположительный, либо ложноотрицательный вариант. То есть, если вдруг что-то плюсанет, ну, условно, плюсануло в одном или плюсануло в одном из трех, лучше, чтобы был второй вариант. Подождите, может быть ложноположительный или ложноотрицательный? Может, потому что никто не исключает первое, какие-то лабораторные погрешности, uh-huh. второе, тот же самый, какие-то иные, например, бактерии или еще что-то, которые могут изменить картину. Но это, конечно, нонсенс, но жизнь такая штука, неизвестно, что может быть. Начали, да. Угу. Тут целая драма, трагедия. Он недавно записал на свой YouTube-канал ролик, где он покупает тест из аптеки. Bueno, estoy en una farmacia, cualquier farmacia de cualquier lugar. На ВИЧ-инфекцию. Делает его перед камерой, и он как бы не то чтобы отрицательный, он не определяется. Угу. И он говорит всем, что вот вы обвинили, что у меня есть ВИЧ-инфекция, обвиняет клинику, обвиняет всех, а посмотрите... Он отрицательный. И vamos a... Guay. ¿Qué te doy? Son 35,90. Vale. En la que trae todo cerrado para que yo me haga una... Ah, mierda. Es una aguja, ¿vale? Con la que se supone que tengo que sacar sangre. Mucha sangre. Y de esta sangre... La tengo que... A ver que no que lo veáis bien aquí. Esta sangre la tengo que chupar aquí. Se lo chupa todo como si fuera una prueba de embarazo, parece. Tiene que salir una o dos rayitas. Depende de si tengo o no tengo VIH. No sé cuánto tiempo tardará. No sé si ha salido una rayita o dos, o qué, o me voy a morir. No sé cuánto tiempo tardará esto, pero el tiempo que tarde lo voy a dejar. No me importa. A ver, igual he cogido poca sangre, yo qué sé. Perdón, es que no veo. Ah, mira, está apareciendo una rayita. ¡Hala! Está apareciendo una. ¡Qué raro! Tendrían que ser dos. Tendrían que ser dos rayitas. Claro. A ver si va a ser ahora que no tengo el VIH, ni tengo el SIDA, ni tengo nada. Es que no sé si se puede ver. Bueno, yo veo una raya, yo no sé si la podéis ver vosotros. Yo sí que la veo, igual es el reflejo. Но начну на терапии. Вот может ли человек, который... На терапии, да, может быть, привести результат. Но это не тот результат, по которому ставят, ну, делается итог. Самый чувствительный иммуноферментный анализ. И сейчас второй – это иммуноблотинг. Вот он только-только сейчас, я так понимаю, входит и распространяется. В любом случае, если что-то из этого плюсануло или нет, никто не ставит диагноз по одному анализу. Если приходит положительный, например, uh-huh. иммуноферментный, uh-huh. то повторяют еще раз, uh-huh. делают дополнительный, например, иммуноблотинг или uh-huh. вот тесты какие-то. И только если из теста в тест действительно ситуация подтверждается, тогда этот диагноз выносится. Но только по одной тест-полоске, особенно из рта, но это ни о чем абсолютно. Так, все, я прям загрузилась. Соответственно, здесь делаются два анализа, чтобы более точно определить ВИЧ. Да, да, да. И та частота, с которой это делается, как мы уже говорили, раз в месяц, правильно, сейчас да? Сейчас мы делаем раз в две недели. Это а, хорошо. Кстати, а почему мы стали вот раз в две недели делать? Чтобы не пропустить окно. Это разумно. Кого пропустить? Окно, когда не выявляется какой-то вот из... Инкубационный период. Да. Потому что эти анализы делаются не с целью того, что...
не то чтобы правильно сказать, не лечение, потому что, по сути дела, это условно кому-то показать, что все окей, продолжить дальше работать, знать для себя, но нужно понимать, что этот анализ вас не спасет как-то, не изменит вашу жизнь в дальнейшем, то есть вас этот анализ поставит перед фактом, предупредит, да, потому что все, ну, может быть, психологически себя настраивают на то, что вот если я сделаю, значит, а вот это самое, ну, такого нет, то есть либо да, либо нет. Подождите, инкубационный период. Какой он, какие болезни? Ну, на самом деле, плюс-минус, в среднем это может быть как от 2 недель до 60 дней. Поэтому вам и делают каждый день неделю, чтобы точно не пропустить. От 2 недель, то есть да, гонорея, хламидия, ВИЧ, все. ВИЧ даже может через 2 недели. Ну, да, да, там 3-4 недели. То есть, ну, опять же, все зависит от первоначальной иммунной системы, которую у человека. Может быть, он уже на противовирусной терапии. Срок, например, чтобы найти ВИЧ или сифилис тоже. Максимально. Ну, я думаю, что это где-то 40-60 дней вот так. 60 дней, да. Это 2 месяца. Можно об этом не знать. Но лучше сдавать, опять же, эти анализы каждые 2 недели и, соответственно, сразу как можно быстрее выявить, соответственно, этот нюанс. Блин, такой, то маленький, есть, подождите. Нюанс неприятный. То есть человек может быть болен, я об этом буду не знать, и тесты будут это не показывать. То есть тест, тестирование, это как сигнализация, которая показывает, что... Пора идти к врачу. В твоем доме враги, грубо говоря, но не может показать, не может дать гарантию, что 100% вот ты здоров в данный момент. Не может, поэтому сдается. Например, если это, ну, если это не порно-актеры или вот иные, да, профессии, mm-hmm. если приходит человек и говорит, я точно знаю, что у меня был контакт с ВИЧ-инфицированным, и он был, например, неделю назад, mm-hmm. то как сдается анализ? Он приходит через месяц от этого контакта, еще через месяц, и потом через полгода. И если вот эти 3 анализа отрицательные, мы не пропустили окно, то, в общем, можно... Полгода – это дофига. Это дофига. Просто получается, что наш документ, он скорее для безопасности компаний, которые снимают порно в процессе съемки. Не буду соглашаться, не буду опровергать, но я думаю, вы поняли. А презервативы бы вот решили бы... Они снизили бы вероятность, да. А почему вот порно не хотят смотреть с презервативами? Учитывая вот всю эту ситуацию, полгода до полугода ВИЧ может не определяться в тестах. Ну, видимо, нету такое сексуальное, психоэмоциональное подстегивание чего-то. А вы вот сами смотрите порно? Конечно. С вами смотрела. Да, какой ролик? Господи, как же его очень известные. Да неважно, какой сюжет был. Смотрела. Ну, там вы пришли, еще молодой человек присоединил. Там был бассейн. Ну, вот если бы на молодом человеке был презерватив, вас бы это как-то смутило, покоробило? Меня нет. В плане, стоп, если я смотрю порно или если я участвую? Смотрите, если я смотрю порно, зритель. То мне без разницы, да. Я думаю, что это вот бы снизило другая, риски. Да. Так, окей. Этот список, он полный или еще что-то мы не обследуем, что передается? Ну, если бы ситуация касалась моего пациента или меня, например, угу. конечно, нет. Ну, то есть для условности... Это не полный список. Это не полный список. А что еще надо? Значит, для женщин биофлор, хотя бы минимум, или фемофлор, есть 16-й, 18-й, суть плюс-минус фемофлор, тот анализ, который сдается, там показывается первая графа нормальная микрофлора влагалища, дальше идут условные патогены. Но это все может исказить местную иммунную систему, местная иммунная система, это, собственно, там где все происходит, действие в порно и так далее, да, и, соответственно, увеличить риск, повысить риск, например, передачи той же самой ВИЧ. Что на флору вообще всем плевать. Давайте. Плевать, если есть какие-то еще болезни, назовите их, которые можно вот сюда добавить, передающиеся половым путем. Ну, та же самая уреаплазма, микоплазма. Хоть кто-то сейчас... Давайте, что это? Уреаплазма, хоть сейчас микоплазма. И бьются относительно того, что это не ИПП, но это тоже можно, собственно, подцепить, скажем так. Это не в том понятии ИПП, как, например, гонорея, да, я согласна. Это условно-патогенная флора. А что она плохого делает, это уреаплазма или микоплазма? Она снижает местный иммунитет. Да. Соответственно, человек становится более восприимчив к иной инфекции, например, гонорее. То есть могло бы прокатить, а могло и не прокатить. Слушайте, мы раньше на гепатит Б не брали анализ. Ну, нет, если в таких масштабах уреаплазма. Брали, то конечно, нет. Но... Я слышала о таком новом заболевании, как вирус папиллома человека. Мы, конечно, его тоже не проверяем. Это вообще, что это, расскажите, чем опасен?
Это не новое заболевание, значит, вирус иммуно... Я уже про ВИЧ. Вирус папилломы человека, значит, существует большое, огромное количество типов, еще, я думаю, большая часть не открыта, и открывают это каждый день. Есть ВПЧ во варианте, например, родинок на лице, это тоже это считается. ВПЧ – это бородавка. Ну, да, можно, ну, родинка не бородавка, то есть это какие-то новые изменения, да, на коже, либо, то есть, например, кто-то от сумки натирает, да, то есть это тоже, да, кандиллома такая, ну, например, на плече растет, такие бывают. А бородавка там на подошве и так далее, это тоже. Это и есть такие же бородавки во влагалище, либо на головке полового члена, но это больше уже к андрологам вопрос, да, где там у мужчины, что какие и бородавки. Опасно? Короче, для женщин это прям вот не очень вкусная история, потому что есть типы, которые могут приводить к раку шейки матки. Рака шейки матки без ВПЧ не может быть в принципе. И возвращаясь к той самой уреоплазме, я не говорю про хламидии и так далее, которые снижают вот этот иммунитет местный, тем самым они развязывают руки ВПЧ и делают его более агрессивной на шейке. И это передается половым путем. Да. Окей. А, презерватив защищает от ВПЧ? Нет, к сожалению, нет. Как? Потому что стенка недостаточно толстая, и не нужно покупать там супер толстый или одевать два презерватива, два, да, вероятность три. Того, что они порвутся выше, лучше использовать один. А ВПЧ, он, вирус, он проходит через стенку. Ну, просто по размерам. Я сейчас точно не скажу толщину там стенки, толщину, но она проходит, это факт. Допустим, вот... Плюс, извини, да, добью. А, значит, презерватив во время секса, он, помимо того, что может сползти и так далее, все равно у вот перехода полового органа, короче, члена, да, к мошонке и так далее, это же тоже соприкасается с ягодицами партнерши, с клитором в зависимости от позы. Соответственно, это тоже все благополучно. Слушай, а можно я сразу вопрос про мошонку? А если, например, лизать яйца, тоже можно быть феническое? Вопрос хороший, не отвечу. А, звонок венерологу. Венерологу. Кстати, можно позвонить? Ты можешь позвонить реально? Сейчас, да. Звонок другу. Помощь зала. Можете его на громкую связь предупредить, что он на громкой связи? А как зовут? Тимур. Тимур Андреевич. Тимур Андреевич? Нейролог. Начальство мое. Да? Начальник? Так, это может, случайно опустить права. Подожди, пока музыка идет, да. Потому что будет мы говорили про мошонку. Тимур. Алло. Тимур, да, ты на громкой связи, нас снимают. Вопрос следующий. А через, если лизать яйца, можно ли что-то подцепить? Погромче его сделай. Здравствуйте, Тимур. Тимур? Он бросил трубку? Тимур не хочет отвечать на этот вопрос. Тимур, алло. Этот вопрос останется на следующий раз. Он, мне кажется, бросил как-то. А давай перезвоним. Ну, хочу с Тимуром пообщаться. И сделал это? Когда? Не, пока музыка. Мы, кстати, на ты перешли. Да, уже на ты. Можно уже спокойно. Когда говоришь о мошонках, это тает лёд. Сразу сближается, да. Алло? Да, я поняла. Тимур, вы сейчас в прямом эфире. Здравствуйте, Тимур. Да, вопрос следующий. Если лизать яйца, можно ли что-то подцепить? Если рана есть какая-то, то можно. То есть, а если кожа целая, то ничего нельзя подцепить. То есть разницы нет с точки зрения инфекции заболевания и лизать мошонку, да? Мы правильно про это говорим сейчас. Про что? Про мошонку говорим. Про мошонку, да. Про мошонку, да. Ну, в принципе, если мы... любую часть тела, и с точки зрения анатомии, и с точки зрения заражения, разницы нет. Понятно. Все, я понял. Спасибо большое, Тимур, вы нам еще очень помогли. Вопросы? Сразу. Да. Все, спасибо большое, спасибо. Давай, пока-пока. В общем, яйца практически лизать безопасно. Слушай, это очень здорово было. Спасибо ему большое. О чем мы говорили? Я на яйца с какой-то... Да, вот я тоже как-то... Про ВПЧ. Про вирус папилломы человека, да. То есть папиллома определенного типа какого? 16-18 тип, это самые такие вызывает агрессивные. Вызывает рак шейки матки. Ну, так, не в лабораторию, в научных исследовательских данных написано так, что рак шейки матки может привести... Так, стоп.
это мы все вырежем. Да. Вирус папилломы человека может привести к раку шейки матки в течение 6-7-8 лет при условии обильной патогенной флоры. То есть, что хотели сказать люди, вот исследователи и так далее, что если вот условно те же самые гонорея, хламидия и еще что-то, человек хронически не ходит к гинекологу, все это цветет и чаще всего пахнет, вот, и есть ВПЧ, то есть... Ну вот на своей практике, потому что я в основном вот шейки, это прям вот мое. Количество девочек, которые в 20, 21, 22 приходят уже с нюансами, мы не называем это предрак пациентам, но между собой мы понимаем, что вот если бы она пришла позже, то мы бы уже говорили другие истории. Эти шейки мы стараемся вытягивать, потому что, ну, в плане того, что в лучшую сторону, то есть мы там флору нормализуем, если есть какие-то нюансы, то берем биопсию, убираем вот эти вот участки, которые... В общем, те участки, клетки которых... этот ВПЧ уже вот начал там заселяться и делать так, что клеточки делятся не так, как хотелось. Подождите, эрозия – это предрак? Нет, эрозия, эктопия – это все нормально. Это цилиндрические эпители или... То есть эрозия или эктопия, кто-то так называет, кто-то так называет. Это отсутствие многослойного плоского эпителия на шейке матки. Другими словами, вот если вот так, да, это красная шейка. Вот когда вот смотрят... Это рана? Это как рана, да. Я всегда говорю так, что это как огород, на который и ВПЧ может хорошо так сесть, да, и вот та же самая уреоплазма и так далее, она снизит иммунитет, ВПЧ будет... То есть прижигать эрозию и эктопию не надо. Эрозия – это нормальное. Эктопия, но это же рана, почему ее нельзя прижигать? Там нету... Это цилиндрические эпители, ну, метапластические, окей. Ну, и что? И пусть она живет с этим. Ну, а она, если это рана, то бактерии... Ну, это не та рана в том понимании, что, ну, какая-то, да, кровящая и так далее. Если на этой шейке нет ничего, то, что вот ВПЧ и так далее может привести к нюансам, эту шейку трогать не надо. Так, а как вообще вы проверяете, нужно ли прижигать эту шейку, не нужно? Первое, когда девочки приходят, они сдают анализы. Золотой стандарт мой, биофлор с патогенной флорой, вот что как раз туда входит, да. Второе, это ВПЧ-типирование, то есть, чтобы... Что такое ВПЧ-типирование? Там берутся анализы на высокоонкогенные типы и пишут, 16-е есть или нету, 18-е есть или нету. А не так, что бывают другие разные анализы, например, с 16-го там по 155-й, да или нет. То есть там уже 16-е, 18-е, они по-хорошему могут вызвать рак. Они могут, это высокоонкогенные, но это не все высокоонкогенные. Например, там есть 35-е, 52-е, да, они менее, но они входят в группу высокоонкогенных. Все. Да, то есть никто, не все из ВПЧ, есть высокоонкогенные, средние, низкоонкогенные. Мы сдаем анализы на все. Высоко. Вот я простой человек, я сдаю... Высокоонкогенные типы. На высокой... Биофлор, ну, мазок, онкоцитология, это золотой стандарт ежегодно, то, что девушки живут половой жизнью, не живут, должны биофлор, это сдавать. ВПЧ. Типирование, цитология. Что такое цитология? Онкоцитология. Берется, я называю щеточкой для бровей, она так и выглядит, вставляется в шейку, проворачивается из шеечки. Ну, это то есть больно. Клеточки. Я всегда предупреждаю, что больно, 80% говорит, что мы ничего не почувствовали. Это на рак. Ну, по своим ощущениям, мне не нравится этот анализ. То есть, ну, все индивидуально. Так, это и... И мазок на флору. Мазок на флору. А я как-то видела, типа, как УЗИ, такая здоровая штука. Кольпоскопия. Кольпоскоп. Это что такое? Это тот аппарат, который предназначен для исследования шейки матки. Вот когда приходит либо положительный ВПЧ, либо у девочки есть эрозия или эктопия, да, то обязательно выполнение кольпоскопии. Обязательно. Обязательно. А вот я ходила к своему гинекологу. Ну, я понимаю. И он мне сказал, что... Потом посмотрим, когда вылечишь все свои молочницы. А у меня они перманентно, они не проходят. Что такое молочница? Ну, типа, постоянно какие-то выделения. А что? Ну, то есть это разговор ни о чем. Нельзя. Какие выделения? Нужно, чтобы было все чистенько, хорошо. Не бывает дыма без огня. Значит, либо дисбиоз, либо что-то там сидит. То есть надо разбираться. То есть я могу кольпоскопию сделать в любой момент. Мне не обязательно ждать, когда там у меня... Все выделения попадают. Я, как правило, делаю, когда как вот они приходят, чтобы уже знать, есть там что-то обращать внимание, да, на что, потому что там может быть, ну, не рачина, конечно, ну, как бы такой, да, неприятный нюанс, а может быть шейка чистая, и тогда можно спокойно нормализовать флору и так далее, отпустить девочку. Я, кстати, ни разу не делала, может быть, мне к вам прийти на прием? Приходите. Как раз. Это один из кабинетов нашей клиники, где принимает врач-акушер-гинеколог и не только.
Здесь у нас столик для использования врача-гинеколога. Мы берем анализы, набор для кольпоскопии, различные растворы, которые... А что это за растворы? Растворы, которые используются, собственно, для кольпоскопии, потому что мало увеличить, да, шейку, нужно также ее покрасить раствором уксуса, раствором люголя, то есть те растворы, после которого гинеколог видит, собственно, либо есть проблема какая-то, либо проблемы нету. Также здесь у нас лежат зеркала. Зеркала подразделяются на три размера. Это маленькие, средние, большие. Они подбираются всегда индивидуально. Они одноразовые, как вы видите, потому что часто бытует мнение, что они многоразовые. Это не так. Врач всегда вскрывает упаковку перед пациентом. Что из интересного? Собственно, сам трон, гинекологическое кресло, где проходит осмотр. Здесь же представлен видеокольпоскоп. Это, собственно, для расширенной кольпоскопии. Аппарат, который используется для обследования и исследования шейки матки. Также нашим пациенткам выведен сюда экран. Соответственно, то, что я вижу у себя на маленьком экране, когда смотрю женщину на кресле, точно так же все это выводится сюда, и я по ходу пьесы объясняю, какие у нас есть нюансы, что мы будем решать, что мы будем думать. Ноутбук. Сюда вносятся данные пациента, потому что если пациент у нас уже был в клинике, соответственно, мы можем, если вдруг были потеряны результаты, результаты кольпоскопии, такой, ну, чисто человеческий фактор, кто-то забывает, кто-то теряет, кто-то переезжает. Мы можем вывести и посмотреть результаты лечения, и было ли это эффективно и так далее и тому подобное. И сюда тоже все это сохраняется и печатается, соответственно, все фотографии, все сразу выдается пациенту на руки. То есть это исследование в режиме онлайн. Здесь вот чуть глубже представлен аппарат для лазеровапоризации, для различных манипуляций, каких-то назначений врача. А покажите трубочки прямо подробнее. Трубочки. Ну, трубочки это используются не в гинекологии, больше в акушерстве, а для беременных. То есть, когда к нам приходят беременные, мы выслушиваем сердцебиение плода. А те трубочки, которые вы используете для введения во влагалище? Трубочки для введения во влагалище? Да. Зеркала. Зеркала и дальше там какие-то штучки. Штучки, да. Значит, для взятия анализов используются мазочки, это вот такая, не знаю, может быть, потом мы увеличим, да, это такая мягенькая палочка, совершенно безболезненный анализ. Дальше это у нас берется онкоцитология, мазочек и онкоцитология – это те анализы, которые нужно сдавать ежегодно каждой девушке. Онкоцитология называют щеточкой для бровей, потому что она немножечко с шершавым покрытием, с целью того, что вот эти щетинки, они как раз и забирают клеточки, которые доктор исследует. И дальше это тоже, ну, плюс дополнительные анализы. Но и самое главное, основное, это на инфекции, на биофлор, фемофлор, о котором мы говорили, андрофлор. Баночки, в которые происходит забор, они должны располагаться только в холодильнике, собственно, где они у нас лежат. Ну и, соответственно, забор производится тоже мягенькими палочками. Сюда кладется забор из влагалища, из уретры. В баночку, и все это отправляется в лабораторию. По результатам мы уже назначаем лечение, либо дополнительное обследование, если оно требуется. Вот, как-то так. Трубка. Да, трубка. Ну, не совсем, нет. Этот, как, отсос. Да, воздухоотсос. То есть, например, если это какая-то операция, лазеровапоризация кандилом, или вот что-то, что идет с дымом, как бы это страшно, да, не звучало. Все ненужные, так сказать, элементы попадают туда воздухом, потому что чтобы и доктор этим не дышал, и чтобы пациента сильно... А куда вы его вставляете? Мы не вставляем, просто вот эта вот трубка, она надвисает, соответственно, вот над промежностью. Или это... То есть она не касается пациента. Сантиметров 10 есть между телом человека и... Ну, как вытяжка. А вот здесь, значит, УЗИ. Да, и ультразвуковая диагностика, да, соответственно, в этом же кабинете. Пациентка может сразу, соответственно, с кресла сюда или с корабля на бал, с бала на корабль, да. И все это, да, тоже в прямом режиме, все это обследуется, исследуется. И все с целью того, чтобы быстрее поставить диагноз, качественнее это сделать. Просто многие не понимают, многие думают, что УЗИ – это вот сверху. Если девушка девственница, если она еще не жила половой жизнью, то да, можно вот таким вот датчиком посмотреть, в принципе, матку, все это тоже. Если женщина уже жила половой жизнью, соответственно, это вагинальный датчик, да. Процедура безболезненная, поэтому как бы все делается со смазками и так далее. Ну, это понятно, что... И у вас какие-то презервативы? Да, конечно, ну, естественно, все это используется.
эти презервативы, их тут огромное количество. Но это не только у нас, это вообще, в принципе, везде должно так по-хорошему использоваться. Вот, которые, да, чтобы все было одноразовое. Так, я вам вот пришла УЗИ сделать. Прошу. Ну, тут очень хорошо наполненный мочевой пузырь у нас. А надо было сходить? Надо было, да, перед УЗИ, когда идете влагалищно делать. Обязательно сначала мы идем в туалет по-маленькому, чтобы вот такой вот картины у нас не было. Под мочевым пузырем вот здесь вот у нас маточка появляется. Вот она. Вот эндометрий. Такой немножко белосоватый. Шеечка. Так что. Вот эндометрия. Немножко такой вот. Сейчас можно заморозить и померить. Теперь все будут знать, какая это самая. Как выглядят месячные? Как выглядят месячные, да. А вот по УЗИ можно там определить состояние шейки матки? Вот саму экзоцервикс это только видеокольпоскопия. Шейку матку и меряют во время беременности, если есть угроза, и вот длина шейки матки, это и имеет смысл. Так вот, если гинекология, то нет, конечно. А вот полип можно определить? Полип, да, полип, соответственно, УЗИ только после месячных сразу записываться, когда весь эндометрий отторгся, и посмотреть полип на, соответственно... То есть у меня сегодня первый день месячных, когда мне нужно к вам снова еще раз прийти? Ну, в первый день не нужно приходить, это у нас тогда все для съемок. А так, если вот месячные заканчиваются на пятый день, то на шестой-седьмой можно приходить, да, для полипа. Ну, тут как бы... Все самое интересное через неделю будет, да. Хорошо. Так вот, кольпоскопия, цитология. Все это делается, все эти анализы. Допустим, все хорошо относительно, но папилломы, ВПЧ есть. Как это вылечить? Значит, что касается папиллом, да, кандиломатоз во влагалище, значит, на наружных половых органах. Это вообще лечится? Или это как ВИЧ тоже? Ты типа живешь с этим и все? Сложный разговор, сейчас расскажу. Значит, начиная с косметологии, это можно удалить. Лазеровая паризация множественных экзофитных кандилом. Процедура длится минут 15. Но вот. Если на писечках удалить, это больно, да? Нет, это все под обезболиванием. Я всегда говорю, что вечером вы меня повспоминаете, завтра уже... То есть, ну, терпимо. А что касается ВПЧ, как Малышева сказала по телевизору, ВПЧ не лечится. Я с ней отчасти согласна, отчасти не очень согласна. Объясню почему. Все зависит от первичного иммунитета. Иммунитета, это та иммунка, с которой, по сути, мы родились. У кого-то ее вообще нету, особенно у жителей Санкт-Петербурга, вот ее представитель, собственно, вот, или ее, ну, прилично. Дается противовирусная терапия, может быть, аллокин альфа, может быть, кто-то слышал, это укольчики, либо таблетированный изопринозин. То есть варианты есть, да, вопрос финансов, вопрос, как хочет человек быстро, дольше и так далее. И вот эта доза, которая дается условно, доза, да, для кого-то она достаточная, ВПЧ, ну, передается через год от последней таблетки, либо от последнего укола, и ничего нету, и это круто. А может, недостаточно, и ВПЧ останется. Чаще всего ВПЧ уходит у молодых, то есть если это человек 38-45, иммунка уже не такая, как в 25, это нужно понимать, но все мы не молодеем, да, к сожалению. Вот, то есть тут могут быть нюансы. Но может быть пройти и без лечения. То есть иммунитет первичный, с которым родился человек, его будет достаточно для того, чтобы ВПЧ самоэлиминировался в организме. Такое тоже бывает. Просто нужно раз в год сдавать на это анализ, да? Получается. Или как часто вообще нужно сдавать? На ВПЧ, на вирус папилломы человека? Вообще на все. Значит, мазок и онкоцитология ежегодно. Ежегодно. Золотой стандарт, потому что некоторые женщины приходят, 16 лет не были у гинеколога, я спрашиваю, почему. Так, может, у меня, условно, например, муж умер или еще что-то, да? Я вот не живу с мужчинами, зачем мне гинеколог? А реально, зачем мне гинеколог? Ну, подход неправильный. Но это то же самое, что, а зачем стоматолог? Там, те же самые камни и так далее. Но человек, который следит за своим здоровьем, естественно, уходит к стоматологу, там какие-то чистки хотя бы раз в 1,5-2 года делать, ну что-то, да, какие-то нюансы. Вот, никто не исключает, что... Значит, мазок и онкоцитология, соответственно, женщины сдают ежегодно. Та же самая миома матки. Миома матки. И это что такое? Это не передается половым путем, это доброкачественное образование. Ну, по сути, маточка, да, которая начинает в каких-то нюансах увеличиваться. Там. Почему?
А неизвестно, до конца нет. То есть кто-то говорит гормональный компонент, кто-то говорит генетика. Просто к чему я веду? К тому, что у меня пришла пациентка, миома была с мячик. Она говорит, мне казалось, что я поправилась. А там миома прям, ну, можно в футбол играть. И, конечно, мы ее, ну, соответственно, медицинский юмор, ну, госпитализация, операция и так далее. Я лично оперировала 18-летних девочек. А вы оперируете? На данный момент нет. А вообще вы это делаете? Делала, но мне проще без этого, потому что почему? Потому что мы живем в России. И у нас мы юридически никак не подкованы в плане операции и так далее. Но это то мы тоже все вырежем. То есть, если кто-то умрет, но это будет вы не проблемы. Хотите просто иметь... Я не хочу... то, чтобы вы крови боитесь, да, а ну не нет, хотите нет, иметь я не дело. Хочу юридические проблемы. Это раз. Второе, зарплата. Наверное, сейчас зарплата. Слышали, наверное, плюс еще слышали относительно сейчас то, что врачи в Нижнем Тагиле увольняются и так далее, потому что ну вот у меня подруга скинула, не буду говорить подругу, не буду говорить где, стационар, месяц работы, 25 тысяч врач. Ну, на что? Ну, да. Это грустно. Но вы сейчас больше зарабатываете, работаете. Слава богу, да. Но кто хочет, тот заработает. Поэтому, и когда уволились врачи, это же была история из детского онкоцентра, министерство, значит, спрашивают, как, ну, можно быть такими плохими людьми, бросить детей умирать. А как можно быть такими плохими людьми? Потому что и врачи, и мужчины, например, должны кормить детей и так далее. Те же... А вы чувствуете вообще ответственность за пациента? За да, я люблю это, но я из... Ну, то есть я и получаю денежку условно, да, то есть меня все устраивает. Может быть, кого-то тоже устраивает 30 тысяч, окей, но это дело каждого, да, вот. Но я считаю, что медицина, да, это работа, это любовь, это призвание, еще что, но в первую очередь это тоже работа, которая должна приносить деньги, потому что люди хотят кушать. А кто-то хочет еще даже попутешествовать, куда-нибудь съездить, я например. Я же тоже учитель русского языка и литературы. Работаю порноактрисой, так что я вас очень хорошо понимаю в этой теме. Сейчас нужно видео Юрия Хованского. Это Россиюшка. Россиюшка, да. Мы с вами соскочили с тем. Да. Четко мы говорим, что на больное перешли. Что нужно женщине и раз в год. Да, соответственно, и в случае, если она вдруг поменяла полового партнера или она готовится к беременности, то биофлоры и так далее и тому подобное. А вот, это, вот этот список, это только для порноактеров, ВИЧ-гепатит С? Нет, вот ВИЧ-гепатит С и так далее, к сожалению, или к счастью, не знаю, это сдается только когда человека госпитализируют в стационар или при стоматологических каких-то операциях. То есть если будет кровь, ну, ситуация с кровью. А это правильно так раз в 20 лет сдавать? Да нет, конечно. Как часто нужно делать вот такой полный список? Смотря кому. Если, условно, мы с вами, потому что, как мы уже говорили, мы по одну сторону, да, в зоне риска, то, конечно, в идеале, как у вас, раз в месяц, ну или хотя бы раз в год, вот когда я сама попробую, из серии возьмите, пожалуйста, у меня кровь, да? Раз в год это минимум, да? Ну, минимум, да. А вот, но если человек, условно, живет, учится жизнь. И так далее, ну, насколько половой активный? С одним партнером или с несколькими? Несколько. Тогда сдавать. А даже, окей, допустим, если женщина или мужчина живут с одним половым партнером, все хорошо, вроде бы она ему или он ей верен, нужно ли ей сдавать? Раз в год вот эти вот то, что... А этот момент, я имею в виду, сдавать на венерические заболевания? Или... Мы сейчас говорим про гепатит СПИД, или мы говорим... Мы говорим сейчас... Вообще мы то, что поняли, то, что цитологию... Значит, да, цитология мазок. Мазок. Если она уверена в партнере, если он в ней уверен, то а перед, как можно перед быть беременностью. Уверенной не в знаю, партнере? Врачи не верят. Ну, то есть, если, например, мне говорят девушки, что я живу с половым партнером, у нас он мне не изменяет и так далее, мы, как правило, не верим. Ну, то есть, условно, не потому, что ага, она такая, не такая. Мы не можем быть уверены на 100%, что что-то, чего-то не было. Мы ее не знаем, я ее знаю полчаса. Uh-huh. Я свою близкую подругу-то не знаю, да, что там происходит, своего близкого друга. А знаете, как часто бывает, ложишься с мужчиной, допустим, в постель, он говорит, да у меня ничего нет, посмотри, ну, вот, реально, посмотри на меня. Можно ли по внешнему нет. виду определить симптоматику заболеваний? Ну, если кандиломы приходят девочки с такими кандиломами, что сначала губы, например, да, я открываю, потом кандиломы, только потом я могу зеркало ставить. Это да, ну, допустим. Но, и этого не видят. И этого не видят? Этого не видят. Даже такое не видят. А уж вот из этого списка ничего не видно. Просто, допустим, если девушка проверяется там раз в несколько лет, или парень, ну, мы сейчас про девушек говорим, да, все-таки женский гинеколог, и живет перманентно с той же женский уреаг... гинеколог хорошо звучало. Ой, я как будто мужской, может быть, ну, я ну, такой. Профан, я профан.
перманентно живет с этими микоплазмами и прочим. То есть постоянно у нее что-то вот есть. Это вообще опасно или, в принципе... Смотря что там еще есть. Если только, например, уреоплазма какая-нибудь, там парвум, она самая, да, то и бог с ней. Ну, то есть, как бы... А если девушка... А если есть уреолитикум, например, есть какие-то... Это что такое? Ну, то есть, уреоплазма, она бывает парвум, уреолитикум, одна пострашнее, другая не такая страшная, но они очень часто дают симптоматику, поэтому девушка все равно приходит рано или поздно. Окей, если, допустим, она неожиданно забеременела, ну, естественно, не проверяясь регулярно, у нее там что-то есть, такая же уреоплазма или какая-нибудь гонорея, не дай бог, или хламидия, что очень часто бывает. Кстати, хламидия, к счастью, не часто бывает. А что чаще всего бывает? Уреоплазма. Уреоплазма, микоплазма, хламидия. Вот за год моей работы у меня, наверное, человек 10-15 было. Но постоянно все с уреоплазмами и микоплазмами. Очень много, да, уреоплазмы. У нее вот уреоплазма и микоплазма. Она забеременела. Какие у нее, у ее беременности риски? Риски выше, чем у беременности, где это не будет, но нужно ставить крест на этой беременности, нужно смотреть за титром, потому что уреоплазма может быть больше, чем 10/4 или меньше, чем 10/4. Ну, короче, либо много, либо мало. И если мало, то мы наблюдаем эту беременность, если больше, то санация определенная. Ну, то есть свечечки подбираются и так далее. Но все равно лечите. Полноценного лечения во время беременности нельзя давать такие дозы антибиотиков и так далее, которые нужны для лечения, да, особенно на малых сроках. Потому что велики риски, соответственно, либо прерывания этой беременности, либо замирания и так далее. То есть девочку стараются, в принципе, не трогать. Что делают? Снимают симптомы. То есть женщина приходит беременная, там, у меня выделение, меня беспокоит. Берем, значит, анализы, приходят, улучшаем ее состояние, но не лечим, как правило. И это правильно, в принципе. Ну, потому что нужно до этого было этим заниматься. Подожди, а если на беременности какой-нибудь сифилис? Это грустная история. Гонорея, то есть беременность прерывается? Нет, беременность не прерывается, беременность стараются. Ну, тоже там от каждого все зависит по ситуации, все очень индивидуально. Это может быть даже не сколько от этого зависит. Я не могу так ответить. Беременность, конечно, стараются не прерывать, смотрят, наблюдают, но, делают. Ну, по сути, легче защититься от беременности, чем от уреоплазмы. Легче до этого сходить до гинеколога, а лучше иметь одного гинеколога. И с ним быть, ну, и серии на «ты» в плане того, что не стесняться сказать, ну, вот я, у меня есть пациентки, которые, у меня есть один мой молодой человек, с ним я без презерватива, еще есть три, которые это, а еще я на свинг там пати хожу и так далее. И она, ну, она спокойно говорит, и я это понимаю, окей, ну все, у кого-то есть свои хобби, условно, да, и чем она занимается. А, просто чтобы я знала, что происходит, а не так, что, ну, я там это, раз там... Да. За щечку. Ну, как бы. За щечку? Ну, или, например. Мазок из горла. То есть быть откровенным своим гинекологом и найти своего гинеколога. Но быть откровенным сложно. Я вот только к 26 своего гинеколога нашла. Мою заведующую. Спасибо вам, Славична. Привет. А вообще, почему люди так редко ходят, сдают анализ? Боязнь. Боязнь? А из-за чего? Ну. Незнание? Отношения. Думаете, все-таки отношения? Ну, у меня, по крайней мере, ну, то есть я служу по себе. Вот я говорю, до 26 я сколько ходила. Нет, у меня была тоже одна очень хорошая женщина. Ну, как-то вот у нас пути разошлись, она в декрете вечно, и до нее не записаться к ней на прием. Вот. Отношения, я не знаю даже, вот почему-то постсоветское или там советское, вот это, я не знаю, мне кажется, это просто личностное человека, просто женщина либо не удовлетворена своей жизнью, либо с мужчиной, либо секс равно грязь и так далее. Это, ну, не то только есть... про женщин, мужчина же тоже. И мужчина, наверное, да, тоже. То есть, ну, найти человека, который трезв к этому оценит. Ну, то есть, ну, меня не удивить. И я не хочу, я прихожу на работу не удивляться. Для меня нормально то, что женщина говорит, вот я съездила в Турцию, у меня там была история и так далее. Она пришла из-за этого ко мне, потому что была история, мы ее решаем. Она пришла не за оценкой сказать, чтобы я ей сказала, ах ты шлюха. В принципе, как бы, ну, это ее личное дело. Если ей там было хорошо, кайфово и так далее, пусть она там отожжет. Для этого ей нужны гинекологи, чтобы потом нормализовать ситуацию. Я просто хочу сказать за себя. Я, например, до порно очень боялась пойти сдать анализы и подцепить какой-нибудь... Ну, найти у себя какой-нибудь ВИЧ, например, найти себе какую-то болезнь. Вот это незнание... Незнание лучше, чем знание, что ты больна, для меня было. Ну, для меня тоже, наверное, сейчас. Даже то, что я врач, точно так же. Ну, не в плане этого, но у меня сустав правый хрустит, я все на КТ не могу второй год. Подождите. Вот вы знаете все, да, об этих болезнях. Вы боитесь? Это психосоматика. Или не боитесь больше? Я убегаю от этого.
Ну, то есть я не хочу знать, условно, некой правды. То есть знание, но все равно... Но да, да, это человеческий фактор, отсюда не убежать. Страх естественен. Да, да, это нормально. Бояться, но надо знать, да, чтобы... Нет, ну, условно, если по гинекологии и так далее, конечно, я знаю, есть какие у меня нюансы по здоровью и так далее. Я их наблюдаю, хоть не страшно, но вот с коленом пока непонятно. Может, не рак. А почему люди так шеймят? Ну, стыдятся вообще обсуждать это, говорить? Вот... Потому что дома не принято. Я дома со своей мамой, например, спокойно могу. Там, мама мне все рассказала, как, чего надо делать, как получать. Даже начать с того, что женщины взрослые, они не знают, как кончать во время секса. И на приеме я рассказываю, как это делать. Потому что почему-то считают, что мужчина ставил член, потыкал, почему женщина через минуту не кончила. Вопрос. Ну, все иначе. Когда я рассказываю, что можно делать так, 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 они потом: «Анастасия Владимировна, у нас получилось!» И это круто. То есть, опять же, стыдятся того, что не знают? Стыдятся обсудить, стыдятся задать вопрос, потому что в семье об этом не говорят с мамой или с папой. То есть, мальчик не может подойти к папе и сказать: «Папа, как там это все?» Ну, или там девочка, например. Я думаю, что от семьи по большей части идет, либо от школы, от социума, не знаю. Мне вот кажется, что я об этом просто говорю, потому что у меня дома с этим просто... Ну, я условно, понятно, во время обеда, там, когда я говорю: «Мама, а вот расскажи, как член». Ну, понятно. То есть я могу подойти к маме и говорю: «Мам, у меня есть нюанс». Ну, не в 26 лет, а, например, там, не знаю, в 16-17, мама мне все как бы рассказывает и так далее. Это нормально. И будут у меня дети, надеюсь. Вы тоже будете с ними? Ну, конечно, да. Свободно разговаривать. Почему нет? Я перед нашей встречей опубликовала пост в Инстаграме о том, что я с вами встречаюсь, и подписчики, задавайте вопросы. Мне пришло огромное количество вопросов, и при том не сколько в комментарии, а в анонимный вопрос-ответ по понятным причинам. И я хочу задать несколько из них. В общем-то, большую часть мы с вами обсудили, но есть интересные действительно вопросы новые. Большинство вопросов, удивительно, да, были не про венерические заболевания, а про то, что во время секса все время больно. Что делать, чтобы не было больно во время секса? Очень сильные боли при сексе. Член не входит, будто там стенка, хотя смазками пользуемся. А полип во время секса бывают болевые ощущения. Но нужно ли удалять? То есть, значит, вот... первое, да, я не могу ответить 100% в чем, да, причина. Да. Каждая пара — это индивидуально. Начиная с того, что анатомически не подходит, потому что бывают действительно девочки очень миниатюрные, а половой член у мужчины очень внушительный, и ей просто физически больно условно принять ее, его принять, да. Вот. А может быть недостаточно, чаще всего это недостаточно смазки, а и второе, недостаточно возбуждения партнерши перед вхождением. Соответственно, больше смазки, больше мастурбации перед, какие-нибудь игрушки, то пули и так далее. То есть это не обязательно какая-то болезнь. А я тоже не могу исключить, что... Нужно стать. Во-первых, а во-вторых, не дай бог, была у меня пациентка, 16 лет, у нее была онкология, и онкология проросла во влагалище, и когда осматривали ее, тоже вот какое-то новообразование. То есть, может быть, это все, что угодно. Все, что угодно, начиная от анатомически, заканчивая какие-то вот такие ситуации, которые женщины, люди же, которые с онкологией, тоже, соответственно, живут половой жизнью. Что там? Следующий вопрос по популярности был цистит. Какую профилактику проводить, чтобы не было цистита? Ввиду безопасный секс, ну тут немножко, все время цистит, все время больно писать. Вот, если это все время, то что-то там сидит. Вот цистит — это что за болезнь? Цистит — это воспаление стенок мочевого пузыря, может быть, уретрит, когда вот именно это больно... Это от уреоплазмы? Ну, тут гинекологи считают, что да, урологи считают, что это часть эклипсиела, палки и так далее. То есть суть одна – сдать анализ. И, на что? Ну, вот все, что то, что мы обсуждали выше. Уже. И второй момент, когда острый цистит, вот прям первый день, не бояться бежать к врачу, чтобы врач взял мочу катетером и посмотреть вот в расцвете, что там, чей провокатор. Там будет показано, и сразу на чувствительность к антибиотикам. Будет понятно, чем лечить. А не так, что 3-4 дня дома посидели, вот у меня вчера была пациентка, потом вроде как прошло, пришла. Я говорю, надо было приходить в самый первый день. А он затухает просто? Ну, а потом просто сложнее выявить, ну, вот что было. То есть лучше в самый расцвет, да. А я бегу, знаете, в аптеку, пью какие-то таблетки, манурал. Хорошая штука, да, но это не... это решает симптоматику, но это не решает вопрос. Катетером больно. Больно. Ну, что поделать. А, вредно ли воздерживаться женщинам от секса продолжительное время? Тоже был вопрос. Нужно ли женщинам... Ну, если только психоэмоционально как-то. Психоэмоционально? Да, разгрузка и так далее в этом плане. А что касается массаж влагалища, ну, то есть, как бы... Если женщина долгое время не занимается сексом... Долго сколько? Год.
два. Ничего не произойдет экстренного. Там начнут болеть. Главное, чтобы она себе... яичники, груди. Да нет, что-то нет, вот. Нет, нет. А я хорошо, если она никогда не занимается сексом, она детство. Такие тоже бывают, приходят 60-65 лет. Ну, вот это их. Ну, вот они так для себя решили. Ну... Вы знаете, я постоянно прихожу к своим гинекологам, ну, вот этим вот советским. Массаж рекламируют, да? Они постоянно рекламируют роды. Постоянно. 30 лет еще не родила. Но ты видишь, у тебя-то вот спаечка. Вот видишь, у тебя-то... Ну, это почему? Почему происходит? Потому что ты не родила. Если мне 30 лет, я не родила. Это отражается на состоянии женской моей половой системы? Яичники, там, матка, что-то меняется, что женщине надо до определенного возраста. Я не люблю, родить. Когда гинекологи начинают прессовать по поводу вот родить, рода? Все пройдет, да. Но и да, и нет. Действительно, есть нюансы, например, там обильные менструации, болезненные менструации и так далее. Действительно, после родов ситуация нормализуется. Угу. Но может и нет. То есть, как бы это опять, ну, медицина, наука не точная. В плане вот таких вот вопросов, нюансов, вам никто не скажет со 100% гарантией, да или нет, поможет или не поможет. Поэтому я считаю, что если есть возможность, и первая беременность, когда есть желание, и вторую, пока есть месячные. То есть хочется родить в 20, рожай в 20. Угу. Хочется родить в 40, но роди ты в 40. А какой вот считается самый оптимальный? По бумагам до 30, после 30 старородящие пишут диагноз. Класс, супер. Не хочу рожать. Расскажите мне, как защититься от беременности. Прерванный половой акт защитит меня, если мужчина... Это самый неэффективный метод контрацепции. Если мужчина в меня не кончает. Просто я снималась в порно лет 6, да? Mm-hmm. Я не употребляла гормональную терапию, потому что я думала, что он должен меня кончить, чтобы я забеременела. Значит, первое, во время смазки, во время секса вырабатывается смазка, и в этой смазке у одного мужчины будет много сперматозоидов. Сперма в смазке. Предоэкулят, да. То есть это, может быть, у него был контакт, например, второй, то есть условно был секс, через полчаса заново решили повторить, вероятность того, что там сперма, соответственно, тоже выше, чем при первом. Во-вторых, качество спермы. Может быть, у него там, как у меня любит муж говорить, он тоже врач, махровый простатит, ну, тогда бояться нечего, да, соответственно, в плане того, что, ну, вряд ли беременность произойдет. Угу. Вообще считается так, что если беременность при первом прерванном половом акте не наступает в течение там, года-полутора, то стоит обратить, скажем так, да, некие нюансы. Но опять же, это вот между гинекологами, в учебниках, ну, где-то, наверное, тоже это пишут, но я думаю, что разумнее вступить в полную половую жизнь, в плане того, чтобы мужчина кончал и так далее, и если в течение года уже не наступает, тогда делать какие-то предварительные смотрите, это самое. Просто я снималась порно долго, да, не предохранялась и не беременела. Мы узнаем об этом, когда будете год жить, ну, полноценной половой жизнью, чтобы мужчина кончал. Сейчас предварительно ничего, голову забивать этим не надо, мне о чем думать не надо. Вообще. Но, как правило, есть нюансы, которые можно отнормализовать, и женщина вступит в беременность. Я просто хотела спросить, вот эти вот постоянные какие-то уреоплазмы, микоплазмы, они могут как-то влиять на репродуктивную женскую систему? В принципе, не сильно. То есть, если я постоянно, там, перманентно с молочницей, с уреоплазмой, с циститом... Если это хламидия, то это грустная история. Почему? Ну, потому что хламидия приводит к спайкам, спайки, соответственно, по трубам сперматозоиды и так далее, все это не встречается, и если вот так вот, да, на пальцах говорить. То есть, условно, вырастает забор, через который не может вот, пробиться и так далее, да. Хламидия – это неприятная вещь. То есть, если есть хламидия, это прям вот нужно сразу, вот сразу решать, да. А если это уреоплазма, микоплазма, с ней можно 3-4 года жить. 3-4 года? Ну, и больше можно, да, но главное, чтобы не было симптоматики. Опять же, как мы обсуждали, есть уреолитиком, есть парвум. Парвум, бог с ней, уреолитиком, если ее много, то тут и девушка придет сама с симптомами, уже с жалобами. То есть мне пока не стоит. У вас хорошая проверка. У нас хорошая проверка, да? Мне просто. Ну, плюс еще, соответственно, те, которые мы обсуждали. Получается, вот эти случаи, когда девушка забеременела, не знает почему, он в меня не кончал, а я забеременела. Это прерванный половой акт. Сколько абортов приходит от этого? Ну, это очень много. Хорошо, что мы сегодня с вами это обсудили. Следующий вопрос. Прививки от ВПЧ. Стоит ли делать прививку от ВПЧ, когда мне 30 лет? Я думаю, что стоит в случае, если ВПЧ отрицательный. Почему рекомендуют юным, да, мальчикам и девочкам? Потому что они еще не начали жить половой жизнью. Соответственно, риск того, что есть ВПЧ в организме, он, ну, минимизирован. Да, но...
А если девушка жила, у нее там был уже партнер и так далее, если она сдает ВПЧ, у нее отрицательный, то почему нет? Почему нет? То есть она будет защищать? Да. А прививка от гепатита Б? Тоже хорошая штука. Да. Я прививаюсь постоянно. Следующий вопрос. Ну как постоянно? Ее на 5-6 лет хватает? На 5-6 лет? То есть мне надо сделать новую сейчас уже. Но если 5-6 лет прошло, 5 гарантия, но между нами считается до 7-8, вот ее, как правило, французские, кстати, очень хорошие. А какие еще прививки? ВПЧ, гепатит Б, еще от венерических заболеваний? Грипп мой любимый, никогда не делала. Какой? От гриппа. Это мироместина можно еще. Мироместин, прививка мироместина. Полип эндом. Эндометрия. Что это вообще такое? Но расстание эндометриоидного слоя, это никак не связано с там, то, что много половых партнеров было или мало, просто ну, гормональный такой нюанс. Это гормональная штука? А это опасно? Это вызывает рак? А нет, это не вызывает рак. Вызывает кровомазание между менструациями, обильной менструацией, то есть это выскабливание, как правило, гистероэзектоскопия, полип тут надо убирать. Стационарно. Ну, как раз можно гепатит сдать. А это УЗИ, как найти полип? С помощью УЗИ? Да, сразу после менструации. Сразу после менструации. Тоже надо раз в год делать УЗИ. Ну, хотя бы в полтора желательно, да. Так. Это мы сейчас только гинекологию обсуждаем. А если вот так по всем специальностям пройтись? А вообще одуреешь. Так, да, я посмотрю, все ли я задала, все ли вопросы спросила. Тра-т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 а. Та-т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 а. Знаете, доктор, мне кажется, мы все обсудили. Отлично. Что я хотела спросить? Устали? Нет. Нет? Еще хотите поговорить? А о чем хотите рассказать? Есть какие-то душевные темы? Зарплата. Зарплата. Да нет, ну это все лирика, понятно. Нет, ну самое главное, я считаю, что вот для девушек, конечно, не бояться гинеколога, найти своего доктора, ходить ежегодно. Все. Залог успеха. А где искать? Вот вы говорите, найти своего доктора. А где искать? Хотела сказать Инстаграм, потому что у меня есть, да, но с другой стороны, сколько много... чухни там пишут, непрофессионалы, без дипломов, и неизвестно, ну, на кого напороться, на кого это самое. Может быть, там быть 100 подписчиков у врача, а врач некомпетентен. А у нас, например, в клинике превосходные врачи, и у них нет Инстаграма, и они просто принимают. Не знаю, у кого-то спрашивать, у знакомых, друзей как-то. А вы знаете, вот это интересная тема искать врача, потому что обычно люди привязаны к какому-то району, территории, они идут вот в районную больницу, скажем так, и общаются с теми врачами, которых дали. И, как правило, это не всегда приятные люди или не всегда компетентные люди. Как вот искать своего врача? Узнавать, ходить через знакомых, друзей. Методом тыка тоже? Методом тыка. Но интернет в этом помогает, да? Ну, я все-таки... думаю, что да. Или мы сейчас встречаем в интернете. Радио. И сарафанное. Они вот так вот идут сейчас, наверное. Потому что это довольно странно идти к человеку, которого ты не знаешь. Соглашусь, да. Иногда это просто дурдом. Что еще хотите рассказать? Давайте, на какие темы мы не поговорили? Вроде все обсудили. Давайте я сейчас что-то посмотрю, проверю. Трихомонас это что? Почему опасно? Почему? Что? Трихомониаз. Почему трихомоназа, мы тут делаем наравне с ВИЧ, гепатитом? Ну, все правильно. Не-не-не, ну это тоже это передается полным путем, как и все. А какая симптоматика? Чем опасно? В основном плюс-минус это выделения обильные, желтые, может быть, желто-зеленые, с запахом, могут быть пенистые. То есть, но по сути, что человек чувствует, либо зуд, либо дискомфорт, либо вот так, что трусы прямо или прокладка, они полностью промокают. И уже каких-то конкретных для, например, условно. Вот чтобы сказать, что а, вот это гонорея. Ну, да, выделение, да, желтые, да, там, зеленые. Но это может быть все что угодно. А может быть, это просто там и то, и еще третье. Четкой симптоматики нет. Только если Я только сифилис. Да, сифилис, шанкар. Вот сифилис, он четко все показывает. Да, лет через 5, да, покажет. Сифилис, в смысле шанкар? Нет, он, как правило, вот если произошла... Через сколько он появляется? Опять же, все очень индивидуально. У кого-то там через 1.5-2 недели, у кого-то чуть позже. То есть тут все плюс-минус. И это можно спутать не с шанкером, а подумать, вот у меня тут болячка, я побрилась, например, или еще что-то. То есть это место вхождения. Место вхождения. Да, то есть да, если это рот, это может быть во рту? Может, конечно. На языке может быть шанкер? Ну вот это может. Тут вопрос. А поцелуй передает какие-то? Смотря какой поцелуй. Средний, назовем это так, средний с языком. Ну, если это с языком, прям пенетрация, тогда, конечно, да. Серьезно? А какие болезни передает поцелуй? Так вот все, что вот это вот, собственно, плюс те же самые цитомегаловирусные, герпес. Ой, подождите, подождите. Ля-ля-ля.
Подождите, стойте, нам нужен звонок венерологу. Вы хотите сказать, что поцелуй передает ВИЧ? Да, конечно. Ну, смотря какой, в щечку нет, но если хороший такой поцелуй, как сказать. А говорят на всех, вот заходишь на сайты, связанные с ВИЧ. Давайте венерологу звонить. Давайте. Потому что говорят, что поцелуй ВИЧ не передает. Давайте позвоним. Тимур Алексеевич? Тимур Андреевич. Тимур Андреевич. Потому что, а как тогда целоваться в принципе? Не буду говорить, что нужно презерватив на язык одевать. Просто тогда как жить, если даже целоваться? Тимур, Тимур, еще один вопрос. Здравствуйте. Значит, ВИЧ передается ли через поцелуй? Тоже прямой эфир. Смотря какой поцелуй, да? То есть, если поцелуй с пенетрацией, то да, можно передать. То есть, если слизистые повреждены, то можно заразить. А если это просто по-дружески поцеловались, ну, губами, то без проблем. То есть, ну, не передается. При простом поцелуе не передается. Если это поцелуй как, ну, языками с покусыванием совсем, то если есть травматизация слизистой, то может передаться. Угу. Спасибо пока. Большое. А еще есть то есть, просто поцелуи разные бывают, да? Да, это Ева, здравствуйте. Я хотела спросить, а вот есть ли какая-то, может быть, медикаментозная защита, типа Трувады и так далее от ВИЧ? Потому что, а как целоваться-то вот с незнакомцами? Как-то надо, может быть, чем-то защитить себя? Какие-то есть таблетки, профилактика? Слушайте, ну, противовирусную терапию принимать на просто по факту того, что с кем-то целуешься, конечно, это не совсем рационально, вот это. Бывают такие страны, допустим, в Африке, да, где рекомендована противовирусная терапия для всех, кто не используется контрацепция, ну, то есть анестезия, вот как я с вами проговариваю в момент. Вот, но просто так пить, это довольно большая нагрузка на печень, и с незнакомцами целоваться надо осторожно, если мы говорим, да, то есть как любые контакты должны быть минимальны, скажем так. То есть, надо быть уверенным, что твой партнер, даже если это поцелуй не просто дружественный, то лучше быть уверенным в том, что партнер не заражен на данный момент инфекцией. Дело в том, что помимо ВИЧ еще есть гепатит. Да? Расскажите. Ну, гепатит С, да, то есть как бы момент такой. Вопрос крови. То есть, опять же, курс ВИЧа и гепатита С в данном случае, если слизистый, то есть если это сильный поцелуй с повреждением, то может передаться. Почему говорят, что нельзя пользоваться чужими зубными щетками? Да, потому что идет микротравматизация. Если взять чужую влажную зубную щетку, то можно заразиться, допустим, гепатитом. Гепатит более вирулентен, чем ВИЧ. Понимаете? Да, понимаю. Если мы говорим про поцелуй, если поцелуй можно приравнять к чистке зубов, то если это с точки зрения повреждающего эффекта, вот сами тогда оценим. Если это просто, ну, дружески поцеловались, даже в губы, да, ну, то есть без языков, без покусывания, без всего, то тогда, конечно, ничего не передается. Вот спасибо, что... Рукопожатия, не поцелуи такие простые, ничего не передается. Если это не снитрация и повреждение, тогда да. Спасибо, что вы объяснили, потому что на всех сайтах про ВИЧ-инфекцию написано, что поцелуй не передает ВИЧ. И это как бы четко написано. То есть тут... То есть, какой дело? Поцелуй, да, смотря? Смотря какой поцелуй. Да. То есть, если мы говорим, что иногда можно нацеловаться так, что потом будет все слизистые повреждены, да, и этот поцелуй передается. Ну, 100% он является, ну, уже актом сексуальным, таким более серьезным. А мы можем сказать, что поцелуй с ВИЧ-инфицированным, с языком, да, поцелуй, так же опасен, как оральный секс? Ну, это близко, да, будет. Это будет близко. Ох, как жить? Как жить, Мур Андреевич? Надо быть внимательным и осторожным. А скажите, вот я порноактриса, а есть ли мне смысл принимать какую-нибудь там Труваду? Нет, смысла нет. Я так понимаю, что вы тренируетесь каждые две недели сейчас, да, на предмет, если все партнеры, то есть если это профессиональный вид деятельности, да, если ваши актеры, которые ваши партнеры также подходят профессионально к своему здоровью, то тогда этого достаточно для того, чтобы понимать, что, ну, свести к минимуму
риск заражения. То есть нельзя исключить на 100%, но это все-таки ЧП. Когда доктор оперирует пациента подсрочный, да, он даже не знает по факту, то есть он заражен, не заражен. То есть хирурги все, они в большей группе риска в такой ситуации будут находиться, нежели вы. Или там врачи скорой помощи, понимаете? Понимаете, но это же человеческий фактор. Откуда я буду знать, чем он занимается за пределами съемочной площадки? Ну, это вопрос профессионализма. Вы поймите, что тут момент такой. От этого никто не застрахован. Чем, ну, то есть, грубо говоря, если у вас количество половых партнеров больше, да, шансы увеличиваются. Если они профессионалы, то шансы тогда уменьшаются, нежели это просто какие-то связи вне стороны. Но ну, каждый отвечает за себя сам, да, то есть тут момент такой. Это риски, это профессиональные риски. Спасибо вам большое, спасибо за консультацию. Пожалуйста, спасибо. Пожалуйста. Вот такая история. Вот это вот сейчас было неприятно, что поцелуй. Потому что, ну, везде пишут, что поцелуй безопасен. На заборе тоже написано. То есть поцелуй с языком, это уже... Угу. Блин! Сейчас все проститутки, которые смотрят меня и работают с клиентами, целуются с French Kiss. Вот. Но они же, когда работают, они понимают, что они в группе риска. Они нет! Понимают. Тогда они это вопрос понимают. Уже неосознанности и подхода девочки. К своей работе. Девочки, французский поцелуй с языком передает, может передавать ВИЧ, гепатит С, сифилис, гонорею и хламидию. И кандидоз еще. Не целуйтесь с ними глубоко, целуйтесь вот так вот. Оральный секс меняет презервативе, куни вообще не делаем. Что я хотела сказать. Ну и все остальные, это же не только мы говорим про секс-работников. Да, в принципе. У нас же потому что в основном... Я просто не хочу приводить сейчас статистику, потому что статистику распространенности венерических заболеваний. Потому что каждый, кто будет смотреть это видео, пример этой статистики. Каждый себя узнает. У кого-то что-то обязательно добыло. Ну, практически каждый. И эта статистика состоит не из порноактрис и порноактеров, а из людей другой, стандартные, обычные профессии, да, которые не подразумевают такие риски. И эти люди в первую очередь болеют. Притом не гомосексуалы, а именно гетеросексуальные женщины и мужчины. Притом мужчины болеют чаще, чем женщины. Так что я думаю, что этот наш с вами разговор, я очень надеюсь, что он кому-то будет полезен. Я тоже очень надеюсь, потому что население мало информировано, к сожалению. Хотя вроде как 21 век, да? Век нанотехнологий. Да, век нанотехнологий. Спасибо большое, что пришли, рассказали. Правда. Вы для меня открыли очень много новой информации. Я сейчас сама думаю, вот как в порнуху возвращаться и... Я тоже думаю возвращаться. Но зато... В медицину. Куда мне? Меняемся. Вот. Я надеюсь, что кто-то что-то услышит полезное для себя. Я услышала для себя полезное. Я думаю, что так. Любой человек в той или мере, он связан вот этой ситуацией, потому что мы с вами чуть больше, кто-то чуть меньше. Да. Но нужно дальше жить и как бы, ну, гонорея, ну, с кем не бывало, ну, вылечите дальше. То есть не бояться секса, потому что можно перейти наоборот в фобию, сексом не занимаюсь, ни капли в рот, ни сантиметра. Да, просто знать. Ну, просто знать и проверяться, все. И спокойно дальше жить половой жизнью и стараться. Но даже вот, да, ну, хорошо, ВИЧ. Никто не умирает, если это на терапии человек находится. Также живут прекрасно 80. Просто надо вовремя поймать его. Просто, да, просто с этим тоже живут люди. И, ну, да. Спокойно к этому относиться и просто понимать, что да, это риск, но быть морально готовым к тому, что если это произойдет, то да, я буду жить так же дальше, но у меня будет плюс еще какая-то терапия и так далее, пожизненная. Ну вот в России, например, очень... как они в России работают, пропаганда? Верность одному партнеру – лучший способ защититься от венерических инфекций. Насколько будет верен партнер? Да, насколько это вообще гарантии, насколько это... То есть... Гарантия, гарантии нет, да? Гарантии нет. Гарантии нет, но ты можешь диагностироваться, ты можешь сам минимизировать свои риски, не вступать в контакты без презерватива, сдавать анализы, да. Посылать своего партнера постоянно сдавать анализы, даже если ты думаешь, что он какой-то тебе верный и так далее и тому подобное. Доверяй, но проверяй. И не бояться гинекологов. И не бояться Потому что вот как вы гинеколог, вы не пугаете.
Вы не унижаете, вы не давите, вы не говорите, когда ты пойдешь рожать, а ты подцепил трипер. Потому что еще в советское время, а сейчас работает эта система, когда ты приходишь, у меня гонорея, и ты должна выписать всех партнеров. Нет, такого нет. Сейчас уже, а раньше было такое. Сейчас такого нет. Вы не будете никого трясти и мучить. Не буду. Особенно, ну, я частный гинеколог, да, то есть я не государственный. У нас все инкогнито. Третьим лицам информация никакая не дается. Все, что было на вечеринке в Лас-Вегасе, остается. Да, да. Все, на этой прекрасной ноте давайте мы с вами закончим. Да. Спасибо, что пригласили. И вам спасибо. Устал? Чуть-чуть. Чайку давайте, может быть, с пряничком. Ну да, можно его. Тут жарко, да? Надо окно открыть. Вы что сегодня будете делать? А вы? Что вы сегодня делаете? Нет, у вас сегодня как выходной день, да, получается? Да. Сходим куда-нибудь. А вообще вы работаете много? Ну, получается, да, много. По 12 часов где-то. Запись плотненькая. Я просто думаю, если к вам записаться, зайти. Я еще сделаю один какой-нибудь рабочий день. Завтра приходите в воскресенье. С десяткой поблад. А вам носят эти шоколадки, конфетки? Носят. Слава богу, алкоголь стали меньше носить, слава богу. У меня уже просто лобится все дома, или мы перепродаем, а? Нормально. Передариваем. Полочка такая, да? Да. А что чаще всего носят? Конфетки? Конфетки? Чернику недавно летом принесли, это было круто. Чернику? Килограмм черники. Я его как приехала, вечером и съела. Что, мне кажется, вы вообще работали, еще такая скотская работа. Что именно? Я благодарна. Какая работа не скотская? Не знаю. Визажист. Красишь красиво ли? А тут в письках ковыряется. Вам тут вообще нравится? Ковыря... Почему не на гинеколог? Почему не терапевт, допустим? Нет, скучно. Терапевт скучно? Мне скучно, да. Окей, стоматолог. Это денежно. Вот вы о деньгах говорили. Но гинекология тоже денежно. Да? Так, сейчас это не для камеры. Камера же выключена. Хорошо заработать? Нет, вопрос в том, если человек хочет, то он заработает любыми способами, любыми. Вот. Профессия не в своей профессии. Вопрос, мне кажется, желания. А вы рот тоже принимаете? Сейчас уже нет. Раньше, да. А чем еще вот врачи развлекаются? Вы же приходите домой в 10 вечера, в 11 устал. Юрика смотрю. Юрика смотрите, Хованского? Вообще ни на что не остается. Да нет, просто помылся и спать. Я жила просто с девочкой, которая тоже в военной академии училась. Вот она приходила, но она медсестра хирургическая. Mm-hmm. Просто убитая. Человек жил, работа, клиника, сон, клиника, сон, клиника, сон. У вас там остается время, например, на фитнес-зал? Какой-то. Нет, я перестала ходить. Уже год не хожу. Ну, время когда? Ночью только, но ночью это самое. Ну, главное, чтобы работа была в удовольствие. Вот если бы мне это не нравилось, то было бы грустно. Я хожу на работу как на праздник, мне это нравится. То есть как хобби. Работа у меня как хобби. Серьезно? Поэтому я устаю физически, но не морально. Но мне кажется, вот это ваш интерес к работе, он и заставляет неправильное слово, мотивирует вас делать этот ваш инстаграм. Да, наверное, да. Это что вам интересно рассказывать? Да, это мое. Я так отдыхаю, как бы оно ни слышало. А что вот, расскажите, взятки. Я еще пока ни разу не было. Не было? А, нет, один раз, но это не сколько взятка, там была история, в роддоме работала, когда... В роддоме это классический. Да, и там девушка просто хотела, чтобы КТГ ей сделала, у меня была вся приемка забита. Я говорю, ну сейчас посидите, сейчас. Я не отказала, я ей сделала, и потом, когда она вышла, она 500 рублей положила, я такая бегу к заведующему, 500 рублей. Да. Она говорит, Настя, иди, еду купи, успокойся, но это было приятно. Но это не взятка, это так, типа, спасибо. Это было приятно. Это первые 500 рублей в моей жизни такого рода. Что любите? Конфетки, цветочки? Да, несу. Конфетки, цветочки, алкоголь? Фрукты. Вот все очень любят. Очень красиво, когда народу в конце... Ну, тоже как-то, да, это самое, корзинки с фруктами, там, ананас, еще что-то. Ну, так хоть можно условно родителям что-то. А конфетки тогда я все родителям везу. Самые счастливые люди – это родители врачей, потому что все бухло туда, к папе, а к маме вся еда. Слушайте, а мужья, там, жены врачей? У меня муж тоже врач, поэтому... Да? Какой он врач? Он сердечно-сосудистый хирург, но сейчас он подводник у меня. Так что... Он учился на две специальности, подводник. Он военный врач. Ну, собственно, военно-медицинской мы там и познакомились. Да. Что, наверное, врач с врачом тяжело жить. Круто. Я вообще не дома. Отсутствует, а потом вопрос как... С одной стороны, нет, с другой стороны. Но я бы себя ни с кем иначе не могла представить, наверное. Ну, с каким-нибудь человеком другой профессии, потому что... Ну, потому что ты там, там тромбоциты, ха-ха-ха, хихи, байки, ну, такое, да. Это да. Не достает говорить это постоянно. Да, это абсолютно, да. Медицина – это прям призвание. Думаю, да.
Иначе уходить оттуда.